Или же вот выявили буквально позавчера, девушка ехала по удостоверению мамы, а проездной бабушки. Подобное нарушение считается грубым. Ксерокопию документа, удостоверяющего право на льготы, изъяли вместе с билетом. К сожалению, случаи неправомерного использования социальных проездных участились. Рейды по общественным транспортам дают результаты и выявляют все больше нарушений. Также выявляются пассажиры с неподтвержденными копиями документов. В том-то и как бы вся проблема, то что документ, удостоверяющий право на покупку, это документ или на мать, или на отца. То, что является многодетными. То есть документ один, а детей это получается два и более. Поэтому вот возникает вопрос, по каким документам они должны ездить. Но мы как бы хотим и требуем, чтобы ездили хотя бы, имели ксерокопию документа, но с синей печатью. Каждый месяц примерно 1000 льготных проездных реализуется в отделениях почты. Чтобы приобрести проездной, необходимы документы, которые удостоверяют право на льготу. Благодаря этому все билеты вносятся в реестр и имеют свой уникальный номер. Льготник приходит в отделение связи с документом, дающим право на приобретение данного проездного билета. Оператор, соответственно, пробивает, указывает всю информацию на самом билете и дает непосредственно уже льготнику. С нашей стороны подделка в принципе невозможно. В дальнейшем планируется продолжать рейды с участием начальников опорных пунктов защиты правопорядка.